Вы видите, друзья, как американцы бесятся с жиру. Значит, они вот выставляют коробки и говорят, хоть бесплатно, говорят, но забери, ё-моё, вот забери это все. Вот тут вы видите обувку. Может быть, у них от детей осталось, женская. Какие-то трусы, что ли? Что это? Это какие-то трусы, да. Тут у нас была дискуссия, что мы говорим, что надо с молоду привыкать, когда идешь куда-то, брать с собой трусы. Заплатные. Не то, что на тебе, а еще взять. То есть, на всякий случай, в молодости там причина может быть одна, почему вы хотите это сделать, с возрастом. Другая может быть причина, но вообще привычка носить с собой трусы, вот можно, кстати, здесь взять, выстирать и носить. Вот, она неплохая. Здравствуйте, друзья, мы с вами снова в Санта-Крус, видим серферов. Но это еще не все, вы думаете, опять Миша там серферов показывает? Нет, друзья, я вам покажу, что серферы бывают разные. И вот в частности, вот, например, в платочке вот у нас женщина. Смотрите, как интересно бывает, вот тоже серфер. Таких серферов я, наверное, еще не бачил. А у нас есть, пожалуйста, какие хочешь. Вот вы видите тут. Так, все. Почти эзотерическая вещь, можно сказать. Да. В общем, друзья, рекомендую. У кого есть такой. Разрешение мне. Поздравить ваш благосвящий коллектив. Да. Выступал. Качик награждал. Мне очень нравится вот эта кафельная плитка наверху машины. Это серьезно. Да. Это не каждый может себе позволить, только богатые люди. Да. Буквально на прошлой неделе мы отказались принять высшую награду Республики Зимбабве. Гордо золотое кольцо. Вот. Друзья, мы снимаем, может показаться, что Гену. Мы на самом деле снимаем девочек. Я служу отвлекающим маневром. Да. Но, во всяком случае, я надеюсь, что вам понравилось, вот как они идут с досками. А как я стою? Тоже хорошо. Без доски. Тоже хорошо, но, понимаешь, ты можешь и 5 лет стоять от сегодняшнего дня, и 10. А они через это время уже не будут такими, как сейчас. С такими досками. Да, доски уже, доски не вернешь. Мы, друзья, видим с вами заросли бамбука. Мы недавно поговорили с хозяином этого дома. Он в молодые годы служил во Вьетнаме, участвовал в боевых действиях. И с тех пор полюбил бамбук и вот эти все растения. Вот тут он их, значит, себе посадил. А потом, друзья, значит, он когда уже вернулся домой, он поехал в Мексику погулять. И там его за нарушение правил посадили. И вот в Мексике он развил любовь к кактусу. Это не кактус, это из чего текилу делают? Агава. Агава. Вот он эту агаву с тех пор полюбил, посадил здесь. Вы видите, кончики обломаны. Он в небольших количествах сам себе вот так иногда делает чуть-чуть текилки, такой самогонный. Вот это его любимый куст.